снова приветствую слушателей нашего океанского лектория. Наша следующая лекция пройдет при поддержке Центра морских исследований Московского государственного университета. Лектор Григорий Цидулко, кандидат биологических наук, зоолог, специалист по морским млекопитающим. Выступает с темой об экологическом и полярном морском туризме. Меня зовут Григорий Цидулко, и вот Центр морских исследований был меня попросил рассказать о том, как организован туризм, ну и в частности, поскольку я сам зоолог, заканчивал биологический факультет МГУ и много работал в экспедициях сначала, а потом в различных качествах вообще и в Арктике, и в Антарктике, в том числе и туристическим гидом в разных компаниях, то вот мы решили поговорить немножко о том, как же устроен туризм за рубежом, как именно морской туризм в приполярных областях, как это дело организовано в Заполярье, что в северном, что в южном, и как это все происходит у нас, и чем нам все это грозит, светит, и что нужно делать для того, чтобы все было хорошо. Ну вот, морской экологический туризм – одна из моих любимых, наверное, из недавних фотографий. Я долго мечтал увидеть морского леопарда. Первый раз с ним удалось встретиться в море Росса в Антарктике, естественно. Но там встреча была неожиданной, наверное, для нас обоих, потому что вода была мутная. Я стоял у нас в лодке на коленях, свесившись вот так вот за борт, поднимал якорь. И рядом, видимо, услышав какой-то шум, вынырнул морской леопард. Мы с ним вот так вот посмотрели друг на друга. Оба обалдели. Вот, потому что у него голова, пожалуй, была больше, чем моя. Вот. И дальше он ушел в воду, а я скатился в лодку. Вот. Но на самом деле цель того самого экологического туризма – это показывать людям природу в ее естественном состоянии, при этом не беспокоя абсолютно ни животных, ни те естественные природные ландшафты и экосистемы, в которых эти люди находятся. И люди, собственно, едут за этим. У меня немножко сложная задача, наверное, сегодня стоит передо мной, потому что мы когда говорили с организаторами, они просили, с одной стороны, такого серьезного контента, а с другой стороны, байк и красивых фотографий. Поэтому это придется как-то совмещать. И я надеюсь, что в конце мы еще с вами поговорим, может быть, я буду отвечать на какие-то вопросы. Вот. Но вот, вот проявление морского экотуризма. Вот другой момент. Да, это остров Элефант или остров Слоновый, на подходе к которому мы увидели огромное количество финвалов. Вот один из них. И вот можно с борта большого судна наблюдать за китами в непосредственной близости. При этом часть этих людей мечтала всю жизнь увидеть финвалов, вернее, увидеть просто больших китов. А другая часть, вы видите, здесь вот не так много народа, как казалось бы, должно быть, когда вокруг порядка 30 огромных китов, которые пишут, там, плюют водой, показывают хвосты и так далее. На этом судне было 200 человек пассажиров. И далеко не все из них здесь. Часть, конечно, на верхней палубе смотрят сверху на этих китов. Но некоторые из них, например, вся цель этого путешествия была увидеть вовсе не китов, а вот даже не хижину, а вот место, которое находится вот здесь вот. А это место, где Шеклтон со своей командой во время своего знаменитого путешествия, когда они вмерзли в лёд, потеряли корабль, пешком прошли через льды сначала на остров Слоновий, вот это вот, если говорить в переводе, или на остров Элефант. Там они провели несколько месяцев, починили одну шлюпку, и Шеклтон с несколькими своими товарищами, оставив остальных вот на этом голом острове, отправился по морям практически, достиг Южной Георгии, перешел, перевалил через основной хребет Южной Георгии, дошел до стокольной базы, и через несколько месяцев они вернулись вот за теми, кто остался на этом месте. Это такая героическая очень история. И многим из людей, которые вот находились на этом корабле, в общем-то, они, может быть, уже видели китов. Или, может быть, они плохо себя чувствовали там от морской болезни, хотя на самом деле здесь практически не качало. Но вот для многих из тех, с кем я разговаривал, целью было увидеть вот то место, где Шеклтон зимовал. Он не совсем зимовал, он там провел несколько месяцев, но тем не менее это очень суровые места.
И вот экотуризм бывает разным. Бывает экотуризм с, ну или там, скажем, познавательным туризмом. Да? Он бывает экологический, а бывает исторический, например. И кто-то едет за целым спектром ощущений, а кто-то едет, например, для того, чтобы просто постоять на своем седьмом континенте. Там были люди, которые побывали уже на всех континентах, и Антарктика для них, Антарктида, был седьмой континент. И вот основной целью поездки были ни пингвины, ни киты, ни Шеклтон, ни китобойные базы, ни Южные Георгии. Они хотели вот встать на материковую часть Антарктиды. Вот. Бывает даже самый исторический туризм, когда были некоторые товарищи на этих кораблях, которые вот хотели побывать на китобойных базах. Были люди из Норвегии, были люди, чьи родственники или предки занимались китобойным промыслом или как-то были связаны с Антарктикой. И для них вот, не так важна была сама Антарктида, как вот те несколько исторических мест на Южной Георгии, которые мы посещали. Вот этот экологический познавательный туризм бывает разным, но любые из этих вот перечисленных причин и многие другие на самом деле. Может быть, это книга, которую кто-то в детстве прочитал. В Арктике у нас однажды был пассажир, который нашел у себя на чердаке в пыльном каком-то ящике дневник своего прадеда, который был старшим геологом в большой экспедиции, которая искала золото на Чукотке. После того, как золотая лихорадка на Аляске пошла на спад, они решили, что геологические структуры одни и те же, и на Чукотке тоже должно быть много золота. И тогда несколько компаний вложились в то, чтобы организовать такие большие геологические изыскания золота на Чукотке. И вот он нашел дневник своего деда, который был старшим геологом такой геологической партии, прочитал его, расшифровал не старинный, но очень-очень старый почерк, прочитал этот дневник и нашел компанию, которая вела морской тур по тем местам, где его прадед искал золото в России. Еще это был канадец с польскими корнями. Вот, и для него основной такой историей семейной было даже не увидеть, он ужасно радовался любым цветкам, которые он не видел. Ему очень нравилось перебирать на берегу камни, он прыгал от восторга, когда видел белых медведей. Но что его привело к нам в Арктику, это вот история прадеда. Вот он прошел по следам прадеда и сфотографировался даже в нескольких местах, в тех же самых, где его прадед сфотографировался, есть там старые фотографии. Люди совершенно за разными вещами едут при полярной области, в арктические и антарктические. Но порядок этого туризма растет постоянно. Сейчас, уже, если говорить про полярных и приполярных областях, я когда буду в конце уже говорить про Россию, я немножко слукавлю, потому что я буду говорить не только про Арктику, но и про Дальний Восток, нашли, по крайней мере, про север Дальнего Востока. Во-первых, это приполярная область, только с другой стороны полярного круга. Вот. Ну, а во-вторых, там, в общем, вопросы и проблемы, как теперь можно говорить, вызовы стоят перед нами примерно те же самые, что и в арктических районах. Ну вот, собственно, что у нас называется Арктикой и Антарктикой. Если будет интересно, потом могу рассказать про эту сегментацию, но это, в общем-то, не тема основного сегодняшнего разговора. Вот. Основная разница, естественно, между Арктикой и Антарктикой в том, что в Антарктике есть еще материк Антарктида. В Арктике от берега до берега, это все Северный Ледовитый океан, покрытый льдом. С этим связано много различных совершенно географических, геополитических и экономических особенностей. О них тоже немножко расскажу. И опять же, если будет что-то интересное и не совсем ясно, то задавайте вопросы, рассказывайте. Как удобнее, на самом деле, отвечать на вопросы и вам задавать вопросы сразу или в конце. Как вы хотите, я совершенно спокойно могу в таком и другом формате работать. Так и так. Хорошо, тогда поднимайте руки. А если вы работаете? Хорошо. Ну вот, я, например, и в Арктику, и в Антарктику ехал и буду продолжать, надеюсь, ездить вот за этим.
Это совершенно удивительный животный мир. В первую очередь, те самые дитообразные, благодаря которым я поступил на биологический факультет РГУ и продолжаю заниматься зоологией. Но встретить малых полосатиков вот в такой вблизи отловки, совершенно в таком спокойном поведении, когда они никуда не спешат, никуда не бегут, а вот спокойно показываются раз за разом над водой, для меня это было неким таким маленьким личным персональным открытием. Я всегда считал, что малые полосатики — это и все, их нет. Вот в Антарктике они оказываются вот такие. Вот здесь на самом деле видно, нет, видно трех животных. Вот один, вот он продолжается, это его фонтан. Вот второй, и он третий. Вот, на самом деле их там было пять. И они какое-то время вокруг нашей лодки крутились. Антарктика, так же как и Арктика, в общем-то, это место достаточно сложных и трудных условий для организации того самого туризма, да и вообще любых операций. В Антарктике на самом деле работать еще сложнее, чем в Российской Арктике. Если вы спросите меня вот как туристического гида, то в Антарктике работать сложнее. В Антарктике сильнее качает. В Антарктике в сезон, когда туда можно возить туристов, значительно холоднее. В Антарктике намного больше льда, что удивительно, казалось бы. Но тем не менее в Антарктике намного больше льда. И координировать различные активности, различные действия в Антарктике приходится больше и сложнее, чем в Арктике, по крайней мере, в российской части Арктики. Мне вот еще пока не довелось работать ни в канадской, ни в гренландской части Арктики, поэтому про те места не буду говорить. Но я много времени провел в российской Арктике, и там, с точки зрения физики работы, с точки зрения организации процессов, работать проще. Здесь вот, видите, у нас большая группа. Я говорил, что в прошедшем сезоне я работал на судне, на котором было 200 человек, только пассажиры. Вот. И дальше именно пассажирам приходилось определенным образом жонглировать, но не только организовывать для них различные активности, но и просто даже для того, чтобы безопасно им организовать вот, посадку и высадку из лодки. Это аргентинская база, кстати, база, на которой родился первый человек в мире в Антарктиде. Вот были первые люди, которые ступили ногой на землю Антарктиды, были люди, которые, например, там, наш российский хирург, который сам себе первый и до сих пор единственный сделал операцию по удалению аппендицита в Антарктиде. Он там застрял, он остался зимовать, как доктор станции, и потом в какой-то момент оказалось, что у него аппендицит. Он сам себе его диагностировал, и понятно, что не донесет на лифт вертолет. Вот. И он, в общем, сумел с помощью двух ассистентов, один из которых был, по-моему, повар, профессию второго я не помню. Один держал зеркала, другой помогал ему с инструментами, а человек сам себе вынужден был сделать операцию по удалению аппендицита и выжил после этого. Вот. Но здесь банальная операция по тому, чтобы посадить людей в лодку. Понимаете, мы когда начинали эту работу, вода была вот здесь. И все было хорошо и здорово, а потом случился отлив. Отливом стал уносить тот лед, который вот, лежал на берегу и лежал на отмеле. И, в общем, никак не мешал. И вот банально, чтобы вернуть людей на корабль, приходится совершать какие-то, казалось бы, совершенно банальные, очевидные действия. Но они происходят, как всегда, в самый ненужный момент. Вот. И в Арктике, и в Антарктике, я не говорю, что вот, в Арктике такого вообще не случается. И в Арктике, и в Антарктике, на самом деле, таких вещей происходит больше, они происходят чаще, и они происходят более неожиданно, буквально на ровном месте, чем в других частях, где туризм организовывается. А когда в Антарктике туристический сезон? Туристический сезон в Антарктике зависит от той части Антарктики, про которую вы говорите, но в принципе он начинается где-то в середине, в конце октября и заканчивается в середине марта. То есть это середина октября и середина марта — это такие экстремальные моменты. То есть, ну вот у компании Quark в середине октября пойдет ледокол Хлебников, получается, северо-западную часть моря Уэдделла, в то место, где как раз снимался фильм «Марш пингвинов», если вы так посмотрели, специально, чтобы организовать такой тур для того, чтобы посмотреть на императорских пингвинов, пока они еще не ушли в море. То есть уже полярный день,
Но пингвины еще найдут еще достаточно много льда, чтобы до них добраться, нужно ледокол времени. Потом ледокол. А стартуют всегда и вижу, значит, эти реализации. Не всегда. Есть, я дальше об этом, ну, расскажу вам следующий слайд. Откуда стартуют в основном. Конечно же, основное – это Южная Америка, это Чили и Аргентина. И основной наплыв туристов идет на Арктический полуостров. Но кроме этого, стартуют из Австралии, стартуют с Тасмании, из Хобарта, и стартуют из Блафа, из Новой Зеландии. Вот я ходил и оттуда, теперь уже могу похвастаться и сказать, что и оттуда, но вот из Блафа и из Хобарта, собственно, ходят в море Росс, в основном, по крайней мере. Если мы не говорим про антарктические экспедиции научные, которые принадлежат государствам, это антарктические программы, то вот именно туристы ходят, вернее, туристов водят или возят вот в море Росс, потому что, ну, что так, что в обратную сторону вокруг Антарктиды бежать достаточно далеко. Вот. Из Хобарта очень выгодно выходить, кстати, из, по крайней мере, выходить в экспедицию, потому что дуют всегда западные ветра в Антарктике. Вот, поэтому вы идете по волне и по ветру меньше качать. Другое дело, что возвращаться потом лучше все-таки в Новую Зеландию, а не обратно в Кубок, если есть такая возможность. Вот, но туризм антарктический, мы сейчас немножко поговорим про Антарктику, антарктический туризм начался примерно в конце 80-х, в начале 90-х годов. И достаточно быстро стало понятно, что туризм неконтролируемый, большая достаточно нагрузка ложится на Арктический полуостров, потому что он ближе всего находится к какому-либо из материков. Это та часть Антарктиды, тот самый ближний кончик седьмого континента, который ближе к любому из материков. И поэтому все хотят вот сюда. Так много судов, которые... Сейчас, по моим подсчетам, это немножко сложно посчитать, потому что есть разные сайты, есть разные... туроператоры, и вот таким детальным сравнением и с подсчетом судов я не занимался, но из того, что я там видел на радаре, видел на там, системах обнаружения там, АИС и других кораблей, вот в районе полуострова единомоментно находится примерно 10-12 судов, и это именно в районе полуострова, то есть часть из них идет через Дрейк в сторону Ушуаи, скажем. Часть из них идет из Ушуаи через Дрейк в сторону полуострова, и часть из них находится в Ушуаи, где они там пополняют запасы или нет. Всего примерно 25-30 судов оперируют вот только в течение сезона в районе Антарктического полуострова. Что это такое? Это примерно 4-5 тысяч человек ежедневно на Антарктическом полуострове. Это достаточно много, учитывая то, что, естественно, все туроператоры занимаются этим не только из таких благих намерений, чтобы дать людям ощутить седьмой континент, дать почувствовать себя первооткрывателями и так далее, а занимаются этим с точки зрения бизнеса и получения какой-то выгоды. Естественно, выгоднее всего привести людей на самую ближнюю точку. Ну, я утрирую сейчас немного, да, но привести людей на самую ближнюю точку к порту, дать им там походить, дать им посмотреть на пингвинов, дать им вкусить вот этого антарктического духа первооткрывателя и быстренько отвезти обратно. Взять следующий, по времени добираются. По времени добираются, ну, двое с небольшим суток. То есть вот на утро вторых суток вы уже видите Южные Шетландские острова, вот здесь вот. И дальше, например, у вас есть какая-то высадка на Южных Шетландских островах, к вечеру вы прибываете там, в район Антарктиды, там, утром третьего дня у вас уже полноценная антарктическая высадка с какой-нибудь экскурсией. Ну, вот такие вот суда ходят, это на самом деле не самый большой пароход, и это судно National Geographic, на котором 150 человек. Есть суда, которые туда приходят, которые несут на себе 500 человек. И 600, и некоторые даже 800, но про них мы поговорим отдельно. Есть еще более крупные, но их я не считал в своих подсчетах. Почему? Скажу чуть-чуть позже, потому что про это отдельная история. Сразу
каким образом регулируется вообще туризм? Понятно, что огромное количество людей, огромная антропогенная нагрузка на достаточно небольшие площади, которые могут быть, с одной стороны, интересны туроператорам с коммерческой точки зрения, с другой стороны, интересны туристам с точки зрения биоразнообразия или исторических каких-то ценностей, которые они хотят увидеть. Ну и вот что делать с этой нагрузкой? Во-первых, началось все с Международной морской организации IMO. Это, по-моему, очень впечатляющий такой фасад этой организации. Сразу понятно, куда вы пришли, чем здесь люди занимаются. Но они, понимая все риски, связанные с достаточно интенсивным судоходством вообще вокруг Антарктиды, и в частности связанные с туризмом, начали разрабатывать и внедрять так называемый полярный кодекс, по-английски это называется Polar Code, вот, который бы регулировал судоходство на самом деле не только в Антарктике, но и в Арктике тоже. Другое дело, они его разработали в 2014 году, в 2017 он вступил в силу в отношении судов, оперирующих, работающих и действующих вокруг Антарктиды. Одним из основополагающих моментов, это большой достаточно документ, который регламентирует очень много всяких параметров судов, какие они могут быть, что там может происходить, что они могут нести, как они должны быть оборудованы. Но одна из самых серьезных вещей, которые полярный кодекс регламентирует, это то, что в Антарктике теперь запрещено использование мазута. Мазут опасен тем, что в отличие от других нефтепродуктов, например, от того же дизельного топлива, он очень плохо поддается биодеградации, биоразложению. Он осаждается на дно, формирует тяжелые фракции, которые оседают на дно, и дальше долгое время отравляют экосистему. Оказывается, я здесь немножко таким, может быть, даже адвокатом дьявола выступлю, потому что я обычно ругаюсь с нефтяниками. Но вот я от них узнал, что разлив дизельного топлива при определенных условиях на самом деле не играет фактически, поговорюсь еще раз, при определенных условиях. Никакой роли, никакого вреда не несет окружающей среде, потому что порядка 30% компонентов дизельного топлива с поверхности воды почти сразу испаряются, а остальные могут разлагаться при определенных, опять же, там, волновом, ветровом действии и температуре в течение нескольких часов. То есть вот разливы дизельного топлива, они далеко не всегда и далеко не так опасны. Опять же, там есть разные градации дизельного топлива. Вот. Но мазут – это самое страшное, что может быть, потому что мазут не разлагается, мазут ложится толстым слоем на дно, и в Антарктике с 2017 года, а мазут был и до сих пор остается в подавляющем большинстве районов Мирового океана для больших судов основным топливом. Почему я говорю так много про мазут? Вот страны, которые подписали этот самый полярный кодекс, Россия в том числе его подписала, договорились, что в Антарктике мазут и суда, работающие на мазуте, не будут использованы, не будут больше использоваться. Это сразу ограничило, с одной стороны, большое количество старых судов, которые ходили в Антарктику и не боялись, да, а на самом деле я был не то чтобы шокирован, я, наверное, где-то в глубине души ожидал, готовился к этому, но судно, на котором я работал в прошлом сезоне в Антарктике, не что иное, как паром из Ботанического залива. Вот любому вроде бы здравомыслящему человеку понятно, что если ты идешь куда-то вот в район айсбергов, в район сложной ледовой ситуации, обстановки, хотя бы возможно, ты пойдешь на судне ледового класса. У него немного усилен поршневень, насколько я понимаю, он там при столкновении с какой-то одиночной льдиной может ее разломить, при этом не бояться. Вот. Но там достаточно много используется судов, которые, в общем-то, не предназначены были для ледовых условий. Этот паром был сконструирован для Ботанического залива, который иногда замерзает, потому что на льда может достигать 15 сантиметров. Изначально он потом был, конечно, несколько модернизирован для Антарктики, но просто современные навигационные средства, радары, эхолоты, спутниковые снимки и много-много-много чего еще, в принципе, позволяют снять большое количество рисков. Использовать сейчас в Антарктике совсем не такие суда, которые использовались раньше, или мы бы использовали при проведении морских научных исследований. Вот.
Кроме того, АМУ регулирует размеры судов, которые могут туда заходить. И еще много чего. Ну, в общем, поскольку опасность вот такого судоходства в таких районах была осознана, скажем так, и принята всеми достаточно давно, вот сейчас в Антарктике некоторые параметры и статьи этого самого полярного кодекса уже работают, и это заслуга Международной морской организации. Кроме того, вы, наверное, слышали все про такую организацию или про такую конвенцию, как Антарктический договор, которая была подписана, на удивление, большим количеством стран, в том числе США и Советским Союзом, в 1959 году. И в 1959 году уже страны, опять же, пришли к тому, что если не договориться сейчас, то может случиться много всего неприятного. На самом деле, в Антарктике, вот здесь на полуострове, уже происходили такие микро-стычки с использованием оружия между британцами, чилийцами и аргентинцами. Потому что, естественно, опять же, полуостров – это самая близкая часть к оконечности Южной Америки. Британская антарктическая экспедиция там работала дольше всех остальных, с одной стороны, хотя Великобритания, понятное дело, в северном полушарии, черт где. Но, с другой стороны, Фолкленды и Южная Георгия вроде бы как британские территории, и они тоже рядышком. Вот. А чилийцы и аргентинцы тогда уже начинали дележ этого антарктического пирога. И в каких-то конкретных локальных точках, там, в базах или в каких-то бухтах, где стояло несколько баз сразу, уже, в общем, звучали выстрелы. За то, чья это база, чья это бухта, и кто вообще здесь будет главным на антарктическом полуострове, по крайней мере. А когда в 70-х продолжился этот конфликт между аргентинцами и британцами, они не появлялись уже около Антарктики? Они никуда, наверное, не успели, не дошли. Я вот не знаю той антарктической части истории этого конфликта, но, по-моему, это называется 13-дневная война. Вначале, в общем, очень быстро показали, что чего и как. Я не пытаюсь занять ту или другую сторону, но факт остается фактом, что там буквально в течение двух недель этот военный конфликт был решен. Сейчас все очень весело. У меня в паспорте, например, стоит. Я обязан должен был поставить штамп о том, что я посещал Южную Георгию в паспорте. Вот. Но у меня при этом была однократная виза в Аргентину. Вот. И несмотря на то, что у меня стоит там британская печать, у меня однократную визу мою аргентинцы не считают ее испорченной, не считают, что я выехал из страны Аргентины, потому что вот это вот они считают аргентинским сектором Антарктики, а Южную Георгию по-прежнему на своей территории и считают, что вот этот вот там рисуночек какой-то, фантик, который у тебя в паспорте, это вообще не имеет такой юридической силы. Поэтому, значит, никакие законы по выезду из Аргентины и там нарушению визового режима ты не нарушил. Вот. Но, тем не менее, так, про что я говорил, про антарктический договор. Вот. И договорились сначала про материк Антарктида, все эти страны в рамках этого самого антарктического договора. Материк Антарктида был признан всеми странами всеобщей безъядерной демилитаризованной зоной для мира и научных исследований. При этом тогда уже существовали, помните, на одном из первых слайдов были такие куски пирога, какая пирога была активно нарезана. Там были сектора аргентинские, чилийские, Великобритании, Франции, Германии, США, нет, США не было, Новой Зеландии, Австралии, Германии, Норвегии и, по-моему, на тот момент все. Вот. Две страны не поддержали притязания всех остальных стран. И официальная версия такая, что ни Россия, вернее, ни Советский Союз, ни США не признали притязания других стран на материк Антарктида по разным причинам. А неофициальная версия, я ее слышал от тех людей, которые, в общем, участвовали в создании антарктического договора, была в том, что и Россия, и США заявляли права на весь материк. Ну вот, поэтому они в итоге договорились, и при этом сумели договориться. На самом деле, торжество дипломатии. Представляете, вот в пик холодной войны США и Советский Союз были такими паровозами дипломатии для того, чтобы сохранить Антарктиду. Ну вот, и они этого добились,
И кроме того, что было договорено о том, как пользоваться материком, кто там может работать, какие базы там могут строиться, какое судоходство в рамках каких, ну что ли, законодательных актов все страны будут сотрудничать и работать на материке Антарктида, они позже договорились еще и о так называемом Мадридском протоколе или протоколе по сохранению биологических ресурсов, биологических и других ресурсов, если я правильно цитирую. Это было дополнение к Антарктическому договору, который уже регламентировал то, как будут использоваться и окружающие моря, и вот использование ресурсов Антарктиды. И вот с того момента уже началось формирование бережного отношения к природе Антарктиды. И оттуда уже пошли начатки такие регулируемого экотуризма, потому что стали понимать, что, в общем, большое количество народа в определенной части Антарктиды стремится, большая антропогенная нагрузка на эти части происходит, и нужно что-то делать, чтобы эти места могли с биологической точки зрения. Ну, не то, что они уже не могли оставаться нейтронными, люди там появились, там что-то происходило, но, по крайней мере, они бы могли восстанавливаться. Сейчас для того, чтобы назначить любую или провести любую активность, будь то строительство станции, отправка санного поезда там, из точки А в точку Б, или, например, организация такого заплыва для привлечения внимания общественности к каким-нибудь экологическим проблемам, нужно провести специальную экологическую экспертизу различного уровня в зависимости от воздействия на окружающую среду. И любая активность, которая в Антарктике производится, должна пройти через такую систему оценки воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу. Для меня это было удивительно, потому что я помогал одному из британских, вернее, южноафриканских пловцов с британскими корнями организовывать такой заплыв. И вот на его ныряние в воду и там проплыть километр в ледяной воде в одних плавках, он тоже должен был провести маленькую, но вот оценку воздействия на окружающую среду, как это может повлиять на природу Антарктиды, там, где это будет сделано и так далее, и тому подобное. Было достаточно забавно, но, тем не менее, это было необходимо. И вот уже почему я рассказываю про Мадридский протокол, потому что когда в рамках заседание Антарктического договора или заседание сторон, совещание сторон Антарктического договора происходит ежегодно в каждой из стран этого договора. И вот там в эти моменты обсуждаются все вопросы, связанные с тем, что происходит на материке Антарктиды в окружающих водах. Есть еще отдельные конвенции, которые занимаются водно-биологическими ресурсами. Сейчас про них не будем говорить, я смотрю, заскучали немножко. Я долго про это говорю, но тем не менее Антарктический договор регулирует и туризм тоже. И так получилось, что в какой-то момент, когда все осознали уже, что туризм может нести какой-то ущерб для природы Антарктиды, когда все осознали, что нужно делать каким-то правилам, которые были бы одинаковы для всех, и что тоже очень немаловажно, понятны для всех. Вот 27 лет назад возникла такая организация, которая называется AIRA. Это Международная ассоциация антарктических туроператоров. И эта ассоциация разработала свод правил. Они сумели, опять же, договориться так же, как Советский Союз и США, и все остальные страны по поводу антарктического договора. Организаторы этой ассоциации сумели договориться со всеми туроператорами, которые работали тогда на материке или вокруг материка, что будут соблюдаться определенные правила. И сейчас это достаточно сложная система, которая, с другой стороны, всем она сложная, но она всем понятна. Все работают по одним правилам, и новым туроператорам выгодно быть членами АЯДа, потому что там есть некоторое количество плюшек, которые они получают, становясь ее членами. Ну, банальная вещь. Секретариат АЯДа в один определенный день, когда он наступает, это обычно, по-моему, ноябрь, я могу путать сейчас, на следующий год они открывают список тех мест, куда разрешен вот этот вот самый туризм.
А куда он разрешен, определяет страны Антарктического договора во время ежегодных своих встреч. Там есть специальный подкомитет по туризму и экологическим вопросам. Вот. И дальше в разных-разных странах, от Индии до Канады, сидят представители этих самых туристических компаний, и у них уже есть план на каждый их круиз, рейс, экскурсии и так далее. И они быстро-быстро начинают заполнять эти самые вот, расписания, грубо говоря, посещения тех мест, потому что есть четкие совершенно ограничения. Например, в Антарктиде нельзя высаживать на берег больше 50 человек за раз. В подавляющем большинстве мест, за исключением, может быть, вот, антарктических станций, где и так уже есть люди, где есть какая-то инфраструктура и так далее, нельзя высаживать больше 50 человек за раз. Потому что посчитали, что вот 50 – это такое нормально понимаемое всем число. Это может быть там, 49, а может быть 52 в разных местах, например. Да? Но с одной стороны, 50 человек – это то, что средний туроператор может обеспечить, чтобы его персонал за всеми этими 50 человеками следил, а с другой стороны, 50 человек на берегу не наносят того ущерба, были проведены специальные исследования, не наносят того ущерба, как 200 человек одновременно на берегу. Потом расскажу, может быть, одну историю про самых плохих туристов в мире. Вот. Но, тем не менее, вот так. И это накладывает определенные ограничения. Вы помните, та картинка, фотография с людьми на берегу и лодкой, там, где лед отпихивают. Вот там у нас мы могли на берег высадить 100 человек. И у нас 100 человек было на берегу, и они ходили по аргентинской базе, на которой родился первый человек в Антарктиде. А с другой стороны, другие 100 человек на зодиаках отправились на экскурсию по окрестностям. То есть вот, в лодках на море находиться можно. Но вот на земле, в определенных районах, в Антарктиде же до сих пор сохранилось некоторое количество цветковых растений. Все плодило, но там есть места, где сохранились даже цветковые растения. И вот в тех местах есть совершенно определенные маршруты, по которым можно ходить. И там нельзя, например, больше 15 человек на берег. Потому что понятно, что каждый оступившийся и ушедший с этой тропинки на полметра вправо или влево может наступить на последний цветочек в Антарктиде. Ну, опять же, утрирую, но это примерно вот так. Вот. Кроме этого, AIDA разработала целый ряд правил по тому, как приближаться к китам, как приближаться к пингвинам, как показывать людям альбатросов, других птиц и так далее и тому подобное. И для членов AIDA это уже правило, это правило, которое члены AIDA должны соблюдать. И есть целый институт, с одной стороны, наблюдателей, которые следят за тем, чтобы эти правила соблюдались. А с другой стороны, после каждого рейса предоставляется отчет по соблюдению вот этих вот всех правил и рекомендаций. И опять же, все знают, что все играют по одним правилам, все показывают животных так, как это нужно делать, и в результате сохраняется вот, почти нетронутый, скажем так, та природная экосистема, которая вот так привлекает этих самых туристов, те самые пингвины. Там есть совершенно банальные правила. У пингвинов, например, есть любимые тропки, по которым они от моря ходят к своим гнездам. Вот если вы видите, что идет колонна пингвинов, то нужно отойти на 2 метра и дать им пройти. Это, опять же, не всегда возможно. За вами может быть море, или справа, или слева могут быть гнезда пингвинов. Но в такие места тогда туроператоры уже не прокладывают маршруты для своих клиентов. Но исследования, эти все правила, они основаны на научных исследованиях на горе, которые показывают, что там, на тех колониях, где есть правила соблюдать, простые, банальные. Вот. А пингвины, они же знают, что они уже не помнят, что человек опасен. Они просто идут вот тебе навстречу, чередой. Вот. Но там, например, выживаемость птенцов больше. Сохраняемость гнезд рядом с этими тропинками, там, где эти правила соблюдаются, больше, чем там, где эти правила не соблюдаются. И много-много вот таких вот простых параметров, которые показали, что вот опять же простые правила могут помочь сохранять вот эти вот сайты, что называется, эти точки, эти локации, которые интересны людям в таком хорошем виде, а с другой стороны позволять этот экотуризм проводить его на такой
долгосрочной долговременной основе. Ну вот, если говорить про Арктику, про Антарктику я уже довольно долго говорил, то там история немножко другая. Во-первых, с точки зрения геополитики. Есть так называемый Арктический совет, в который входят 7 стран, которым, ну, грубо говоря, принадлежит Арктика. Арктика, опять же, не совсем то, что многим принадлежит, но эксклюзивные экономические зоны большинства государств большую часть Арктики захватывают. И это уже вот не континент и акватория, которые принадлежат всем, и они демилитаризованы для мира и научного сотрудничества. А это набор эксклюзивных, особых или эксклюзивных экономических зон, которые, в рамках которых должны исполняться законодательства той или иной страны. И у каждой страны, в том числе и природоохранное законодательство, свое. У Норвегии оно свое, у России свое, у там, Канады третье, у США четвертое. В США, например, на белых медведей до сих пор разрешена охота, в том числе и трофейная охота. В России есть соглашение о сохранении белого медведя между США, Канадой, по-моему, и Россией, США и Канадой. Вот. Но при этом в России белый медведь в красной книге, и охота на него запрещена, и там, любой отстрел белого медведя – это либо исключительные случаи там, агрессивного медведя, либо это конец, соответственно, карающийся по закону. А в США и в Канаде определенным группам людей просто разрешена охота на белых медведей коренным малочисленным народом, а еще они могут свою квоту на добычу белых медведей продавать ну, не коренным, будем так говорить, охотникам, которые приезжают на трофеи. Вот разница, например, в этом. Совершенно разные правила того, как себя вести в заповедниках на охраняемых территориях или ну, в каких-то местах, куда туризм производится и происходит. Международная морская организация, я здесь специально поставил фотографию одного из первых наших ледоколов, потому что у него из трубы идет черный дым. Вот оказывается, что тот самый Полярный кодекс, который Международная морская организация приняла и в 17 году он вступил в силу для антарктических вод. В арктических, вернее, для работы в арктических водах он был принят и согласован только в качестве рекомендаций, которые любая из стран, подписавших его, может либо выполнять, либо не выполнять. И в Арктике, к сожалению, пока что использование мазута разрешено, и в Арктике нет ограничений на количество судов, количество пассажиров, которые появляются в тех или иных локациях. Знаете, я забыл сказать, что в Антарктиде уже еще приходят огромные мегалайнеры по несколько тысяч человек, пассажиров на каждом. Но таким просто любые высадки запрещены. То есть там нет такого, что там пришел лайнер 2500 человек, и с него 50 человек выехали на берег. Таким судам не разрешается приближаться ближе определенного расстояния к берегу. Просто они могут спокойно сидеть в своих шезлонгах, в своих номерах с балкона, смотреть на совершенно уникальные там, горы и айсберги, но они знают, что попадут на этом пароходе, они точно на берег не попадут. Вот в Арктике такого нет. Ну вот, да, на тот берег. В Арктике такого нет, может быть, за редким исключением, когда в силу вступают либо национальные законодательства, либо какие-то локальные правила, которые устанавливают, например, местные сообщества, по-английски они называются local communities, да, ну, по-нашему это общины, наверное. Да? Вот в Гренландии очень любят и на севере Канады местные общины устанавливают свои правила по поводу того, сколько людей они хотят на берегу, сколько они разрешают и так далее. Но, с другой стороны, это их земля, это их возможность каким-то образом зарабатывать, зарабатывать там не очень можно чем. Вот. И в Арктике существует тоже ассоциация, по примеру, с Антарктикой, ассоциация операторов арктических экспедиционных круизов. Как жаль, что мы ограничены во времени. Большое спасибо Григорию. Не все вопросы получается задать сейчас, но
Их можно направить экспертам письменно в разделе «Вопрос к эксперту», и мы сможем их опубликовать в ближайшее время. Пока что у нас небольшой технический перерыв, и буквально через 15 минут мы вернемся к следующей лекции.